Чтобы проверить правосознание красноярцев, дорожные полицейские провели необычный эксперимент. Актеры изображали выпивших водителей и обращались к прохожим и автомобилистам с просьбой помочь завести сломавшуюся машину. При этом они демонстративно распивали алкогольные напитки. Ничего. О, спасибо, молодой человек, вы меня спасли. А что там было-то? Что там было? Нормально все? Проблема с аккумулятора скинута. А вы пьете за рулем, да? Ну, я не то чтобы за рулем. Сейчас поставлю, да поеду. Кого поставить? Бутылку. Ну вы же пьете. Ну пью, ничего. Ну как за руль можно садиться пьяный? Ну никто же не видит, что. Но вы же подвергаете опасности людей других. Кого? Правильно? Я аккуратно, я в правом ряду 30 километров. Да ну, вы что? Не, ну это же неправильно. Ой. Откуда вы знаете, что правильно в этой жизни? Ставьте машину здесь и садитесь на такси. Хотите, я вам денег дам, чтобы вы на такси доехали. Вы просто не только себя подвергаете опасности. Есть же еще другие люди. Я аккуратно. Ну как аккуратно? Как можно пьяным ехать аккуратно? Пьяным ездить нельзя, знаете? А я тут уже это самое, целый день, почти с утра простоял, никого это самое нету. У брательника вчера этот сын родился, мы бухали до этого, до утра. Он говорит, уже не едь сегодня, я уже бросил тут, а утром вроде тепло, а ничего не заводится. Так, сейчас зажигание дам. Ну, поехали, пробуем. Итоги акции показали, что отношение жителей краевого центра к людям, садящимся пьяным за руль, двояко. С одной стороны, большинство высказало им свое порицание, а с другой, ни один не позвонил в полицию и не сообщил о нарушении. Полицейские призвали граждан не просто критиковать поступки пьяных водителей в социальных сетях, а сообщать об этом в полицию. Конечно, мы не рекомендуем самостоятельно предпринимать какие-то попытки для задержания нетрезвых, потому что, ну, как правило, пьяный за рулем – это агрессивный человек. Мы предлагаем ВКонтакте писать, есть официальная страница ГИБДД ВКонтакте, можно написать туда. Можно позвонить по телефону 127, дежурная часть полка ДПС. Безусловно, ну, мы, по крайней мере, постараемся сделать все, чтобы оперативно приехать на место происшествия.